videos, but I wish Tracy Chapman was my friend. Милый, посмотри на меня. Посмотри, пожалуйста, очнись. Я сейчас позвоню в скорую. Сейчас. Оленька? Подожди, кто, мать его, такая Оленька? Ты серьезно сейчас? Я потом все объясню. То есть ты все это время меня обманывал и говорил, что не общаешься со своей бывшей, да? Знаешь что? А мне кажется, помощь тебе больше не нужна. Чисто, куда ты ее выкидываешь? Да ладно тебе, бро. В смысле, она чистая? Ты ее до конца не использовал. Бро, ты что делаешь? Она еще чистая. Блин, бро, есть чистая салфетка? Она еще чистая. Вот теперь она грязная. О, стой! Ее еще постирать можно, бро. Да? И она будет чистая! Слушай, твоя уже родила? С моей вообще странные вещи происходят. Да, ее какая-то сила оберегает. Вообще ничего не берет. У нее даже если кирпич полетит, он, сука, траекторию изменит. Да? Милая, я купил воду, но она походу мутная. Посмотри, а. Расход большой. Да такой тачки вообще копейки. 600 лошадок. Я вот с девочкой новой познакомился. Она у меня вообще хозяюшка. Целый день дома пирожки печет. Экономная, пипец. Здравствуйте, вашу машину привезли до штрафстоянки. Дорогой, я купила себе шубу. Но ты пришла, ты спрашиваешь. Че надо? О, ты тоже ты? Нет, ешь свою! Да, братан, да, конечно, да я в жизни это не пропущу. Давай, давай. Идешь сегодня куда-то? Да, у друга сегодня день рождения, буду поздно, не жди. Хорошо. Ну все, тогда давай, ночью увидимся. Я как раз себе купила новое белое платьице. Целую, пока-пока. И куда ты так намылилась? В клуб с девчонками. А кто тебе разрешил без меня туда ходить? Все, пойдем, я тебя уже набрал. Ты не можешь. Нет, ты жирный, тебе нельзя. Пожалуйста, банку. Хорошо.
деньгами! Слушай, я не жестко с ним. Да что с него взять? Старый уже, пускай идет. Ты можешь аккуратнее, тупица старая? Ты можешь поаккуратнее, тупица старая? Доченька, ну нельзя так с мамой обращаться. Она же старше тебя. Дедушка, они же так же с тобой поступают. Ты не делай так. Пап, пап, прости меня, пожалуйста. Не бывает плохих детей. Бывают плохие родители. Азиз. Чё? Ты чё, охерел? Азиз. Чё? Что ты пискал? Азиз. Чё? Блядь, только попробуй, а. Я? Мм. Это смешно, по-твоему? Как ты могла меня променять на это? Я дал тебе все. Деньги, машину, кучу роз. Чего тебе не хватало? Ты до сих пор не понял? Мне не нужны были ни деньги, ни машина, ни все вот это. Мне нужно было только твое внимание. Так жарко, пойду искупаюсь, заодно смою косметику. Ну давай. Ну что, милый, я готова. Oh, shit! Oh, shit! Самая красивая. Привет, а что у тебя случилось? Да с парнем поссорился. Да он тебя недостоин. Ты стоишь сотни таких, как он. Да? Конечно, я бы так никогда не поступил. Правда? Конечно. Ну что, успокоилась? Поехали давай. Никуда я с тобой не поеду. Ты что, не видишь, у меня новый парень. Какой парень? Ну... Я люблю брожу.